Смотрю, Котя с кем-то играется и рычит. Он играется с настоящей мышкой. Как такое может быть? Неужели он сам поймал? И рычит. Обалдеть. У нас корм Джека. Он, видимо, так пахнет в кладовочке, что они туда пищом просто лезут. Не знаем, что делать уже. Ну вот, три кота в доме, хоть кто-то поймал. Сейчас выпустим мышку на волю, если я смогу ее забрать, конечно. О, что он творит, а? Наверное, поздно ее на волю. Это он от Багира. На Багира рычит, потому что Багира на него смотрит. Надо забирать.